Здравствуйте, товарищи! Сегодня 11 апреля 2019 года. У нас идет небольшой дождик, и капельки дождя попадают на цветущую абрикосу, и цветочки опадают. Если мы вот заметно, немножко заметно, конечно, как они падают на землю, как снег. Но дело не в этом. Сегодня празднует свой день рождения одна из моих любимых подписчиц, Эври Дика. Эври, сколько ей лет? В лицо никогда не видел. Где живет, толком ничего не знаю. Ну, это не так важно. Важно, что это человек с тонкой душевной организацией. Чувствительная, адекватная. Приятно читать ее комментарии, приятно смотреть ее ролики. Ну, в общем, я счел необходимым ее поздравить и пожелать ей всего самого-самого наилучшего. Оставаться молодой, вне зависимости от паспорта. Быть любимой и желанной. Ну и самое главное, чтобы было здоровье. У нас гром гремит немножко где-то в стороне. Ну а нашу деревню, как всегда, дождик обходит. Как будто ведьмы здесь живут какие-то. Мы надеемся, сегодня что-то будет. Тем более, Эври, у тебя день рождения, дождик должен быть. Так что все, ребяточки, будьте здоровы. Не в защите, если кому что не понравилось. До свидания.